Александр Сергеевич Пушкин. Отрывок из сказки о царе Салтане. Три девицы под окном пряли поздно вечерком. «Кабы я была царица, — говорит одна девица, — то б на весь крещённый мир приготовила б я пир. Кабы я была царица, — говорит ее сестрица, — то б на весь бы мир одна наткала б я полотна. Кабы я была царица, — третья молвила сестрица, то б для батюшки царя родила богатыря. Только вымолвить успела, дверь тихонько заскрипела, и в светлицу входит царь, стороны той государь. Да все время разговора он стоял позадь забора, речь последняя всему полюбилась ему. «Ах ты, красная девица! — говорит ей. — Будь царица, и ради богатыря мне к исходу сентября. Вы же, кумушки-сестрицы, выбирайтесь из светлицы, поезжайте вслед за мной и за сестрой. Будь одна из вас ткачиха, а другая повариха».